Около 20 тысяч человек протестовали у греческого парламента вечером в понедельник. В это время депутаты принимали новый пакет реформ. В Рязани включили введение электронного процесса лишения права выкупа задолженного имущества по просроченным кредитам, сокращение семейных пособий и ужесточение правил организации протестов. Тяжелые времена остались позади. Теперь нам нужно приложить большие усилия, чтобы залечить раны, оставленные экономическим кризисом, и вернуться туда, где мы должны быть. И эта трудность называется соответствующей требованиям рост. Представители оппозиции снова выступили с критикой реформ, которых требуют международные кредиторы в обмен на пакет финансовой помощи. Ваша политика по-прежнему отталкивает инвестиции, вместо того, чтобы их привлекать. А сейчас вы доказали, что предпочитаете усугублять бедность, хотя люди просят роста и процветания. Пока шло голосование, у парламента кое-где вспыхивали стычки. Протестующие бросали камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью. Полиция ответила слезоточивым газом. Однако в целом демонстрации проходили мирно. Мы, старшее поколение, своей кровью и потом добились права на проведение протестов, чтобы мы, рабочие, имели право голоса. Мы не будем сидеть сложа руки, мы расстроим их планы. У меня двое неработающих детей, мой муж безработный, я тоже безработная. Хуже уже некуда, мы на дне, они нас полностью раздавили. Правительству необходимо провести реформы, чтобы получить около 6,5 миллиардов евро помощи.